Александра Тихоновна Сухова – первостроитель города Видное. Родилась в Воронежской области. Когда началась война, ей было всего 9 лет. Сидели в погребе, когда этот немец пришел. Он же на Дон пришел к нам. Это было в 1942 году. И мы и в лесу сидели, и в погребах сидели, и закрывались, в общем, и все было. А голод был какой. Солдаты к нам пришли, а мы все, что есть в погребе, мы их кормили. С того памятного мая прошло более полувека. Выросли новые поколения. Для них Великая Отечественная война – далекая история. Но совесть и долг перед погибшими и пережившими войну не должны позволить нам забыть эту героическую и трагическую страницу летописи нашего государства. Исполняющий обязанности главы Ленинского района Олег Хромов поздравил собравшихся со знаменательной датой – 70-летием победы советского народа в Великой Отечественной войне и выразил благодарность за их ратный и трудовой подвиг. И, конечно же, мы сегодня пожинаем плоды именно вашего труда. И за это вам огромное-огромное спасибо. Мне хочется сегодня пожелать вам, конечно же, долгих лет жизни, доброго здоровья, чтобы ваши дети, внуки, правнуки всегда вас радовали, и чтобы улыбка никогда не покидала ваши лица. С праздником вас! Глядя на слезы радости, понимаешь, для этих людей вручение медалей – это особый повод. Повод собраться с теми, кто еще жив, кто еще помнит. Всего юбилейными медалями в Ленинском муниципальном районе будут награждены свыше 1600 ветеранов Великой Отечественной войны. Завершилось мероприятие небольшим концертом, в котором прозвучали популярные песни военных лет. День Победы – главный праздник в нашей стране. Он объединяет всех, независимо от возраста. Во время войны с горем столкнулась каждая семья. Победу ковали и в тылу, и на фронте. Спасибо вам за мир, который вы подарили нам 70 лет назад. Наша задача – сохранить его, сделать все, чтобы больше никогда не было войны. Желаем вам здоровья, долгих лет жизни. Оставайтесь такими же сильными духом. И мы будем учиться у вас преодолевать трудности, с достоинством выходить из сложных ситуаций. Идти по жизни с гордо поднятой головой. Наталья Буслаева, Евгений Садовский, Елена Кошелева, Видное ТВ.